запасной аэродром. Дорогой, сейчас передали в новостях, что твой запасной аэродром в Южном Йемене взорван повстанцами, так что не рассчитывай на него, его больше нет. И второй аэродром постигла та же участь. Летай тебе теперь без промежуточных посадок, пока не закончится бензин. И садиться тебе придется в лучшем случае на шоссе, ну а в худшем, что более реально, обломав колеса высохшей пустыни реальности. И не факт, что ты при этом останешься живым. Да и Южного Йемена, кстати, больше нет на карте. А запасной аэродром